Всем привет! В студии работает Алиса. У меня отличные новости. Ethereum Classic планирует ввести безгазовые транзакции. Чего ждать пользователям, разбирался наш блокчейн-эксперт Алекс. Алекс, тебе слово. Hallo Алис, hallo Zuschauer. Алекс, подожди. Сегодня наши новости для англоязычной аудитории. Прошу прощения, уважаемые зрители. Сейчас только что общался с коллегой из Германии и по инерции продолжил разговаривать на немецком. Возвращаемся к новостям. Лаборатория Ethereum Classic сотрудничает с OpenGSN, который предоставляет сервис Gas Station Network, GSN, позволяющий поставщикам DApp предлагать безгазовые транзакции. Работает это так. GSN предоставляет децентрализованную сеть ретрансляторов, которая позволяет провайдерам DApp оплачивать расходы своих пользователей на газ. Простыми словами, клиенты без газа могут взаимодействовать с контрактами Ethereum Classic, не требуя ETC для оплаты транзакций. Спасибо, Алекс. С вами были новости KCN, и я их ведущая Алиса.